Мы приехали сюда не только как команда правительства Хабаровского края, но привезли с собой бизнес-миссию, то есть предприниматели, которые заинтересованы в покупке белорусского товара и машиностроения, и сельское хозяйство, которое производит, и свою продукцию готовы здесь продавать. Поэтому мы все эти дни будем работать над выстраиванием новых логистических цепочек. И надо сказать, что иностранные санкции западные серьезно провели импортозамещение мозгов, как мы это называем, наших предпринимателей, которые полностью перестраивают сейчас свои логистические и товарные цепочки, в первую очередь на восток и, конечно, в том числе в Беларусь, как союзную нашу республику. Поэтому мы будем закупать здесь новые БелАЗы, МАЗы, автобусы, производственные линии для молочного животноводства. Обязательно построим ферму. Кроме того, мы готовы закупать дорожную технику. Мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы на крупных стройках. В Хабаровском крае ведется сейчас модернизация восточного полигона БАМа. Строится частная Тихоокеанская дорога, строятся новые порты, международные терминалы аэропорта и очень много объектов дорожного хозяйства. Жилищное строительство мы увеличиваем в ближайшие 3 года. Строительство с 350 тысяч квадратных метров до 1 миллиона квадратных метров в год. И все это люди. Поэтому мы готовы белорусских строителей привлекать. Результат, я уверен, не заставит себя ждать. Мы поможем рублем Республике Беларусь, а Республика Беларусь и предприниматели местные помогут нам в продвижении нашего региона, в том числе здесь. Мы складываем наши отношения, не глядя ни на кого, а исходя из доброй воли и пожелания души. Поэтому мы с Беларусью сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать. Вот, мы хотим установить еще более масштабные отношения, а я хочу отметить, что они у нас есть. То есть мы закупаем белорусскую технику, наши торговые сети продают белорусские продукты, но мы выходим сейчас на уровень, в том числе совместных предприятий. По результатам этой поездки мы обязательно все их проанонсируем, и за этим будущее. Именно совместные предприятия в области и транспортной логистики, и сельского хозяйства, и машиностроения. Вот. Будем укреплять наше сотрудничество. Александр Григорьевич я пригласил в Хабаровский край, вот. И на берега Амура, и на берега Охотского и Японского морей. У нас 3300 километров береговая линия, есть что посмотреть, есть что построить, есть что посетить. И обязательно матч «Динамо-Минск-Амур», КХЛ, континентальная хоккейная лига. Мы Александра Григорьевича ждем поддержать белорусскую команду.